Доброе утро. Вот иду сейчас на работу и решила записать отзыв по марафону депривации сна у Светланы. Друзья, я могу вам сказать, что депривация сна – это не про сон. Это намного больше и интереснее. Светлана, можно сказать, что ничего не говорила о сон и никакой нам инструкции не давала, но после марафона идет какие-то инсайты. Я, допустим, думаешь о какой-то проблеме и такая: «А, вот где она зарылась». Очень много информации она дает. И информации такой, что думаешь: «Блин, зачем она мне? Это вообще ведь не про депривацию сна». Но потом это осознаешь и думаешь: фига себе, какая ценная информация, и главное, недоступна, вы нигде ее больше не возьмете. Всем советую сходить. Очень познавательно.